Школьники Нефтеюганска прошли собеседование в Роснефти. Правда, пока только импровизированное. В Центре дополнительного образования «Поиск» для девятиклассников провели тренинг «Точки роста. Будущее профориентации». На 4 станциях подростки решали задания по химии, физике, истории, математике и русскому языку. Все участники тренинга планируют поступить в Роснефть-класс, поэтому вопросы были связаны с черным золотом. К слову, интеллектуальные игры разработали члены молодежного клуба «Новая цивилизация». Они не только проверили школьные знания будущих нефтяников, но и выявили их личностные качества с помощью психологического теста и игрового собеседования. Формат мероприятий в рамках проекта «Настройся на будущее» разнообразный. Мы пытаемся применять разнообразные современные формы работы организации ребят. Это и тренинги, это образовательные интенсивы, это непосредственное погружение. Лично сегодня мы работаем с детьми, которые хотят идти в РН-класс, и помогаем им определиться, точно ли они хотят пойти в этом направлении или готовы выбрать что-то другое. Сегодня экшн-тренинг как раз направлен на это. Одна точка роста направлена на выявление лидерских качеств, другая на выявление базовых знаний в сфере школьных учебных предметов, и остальные направлены на компетентность и на развитие коммуникативных способностей.